Несмотря на то, что сборной России по футболу не удалось выйти в плей-офф чемпионата Европы, в Одинцовском районе сохранилось по-прежнему доброе отношение к этому виду спорта. Вот уже несколько лет подряд в сельском поселении Никольское проходит турнир на Кубок Головы. На этот раз участие в нем принимают 16 команд из Кубинки, Никольского, Чистцов, Захарова и Тучкова. Чемпионат открыла праздничная программа. Победителю прошлого сезона команде Шарапова вручили мяч с символикой Евро. Я хочу поздравить вас с началом чемпионата, пожелать красивой, зрелищной игры и, конечно, чтобы не было травм. В первом матче чемпионата команде «Патриоты» Старого Городка пришлось непросто, ведь против них играли чемпионы прошлого года. С самого начала инициативы завладели футболисты из Шарапова. Они постоянно прорывали оборону противника и с легкостью входили в штрафную площадь. «Патриота» неоднократно спасал их вратарь. Несмотря на остроту игры и точность передач, команды из Старого Городка шансов на победу было немного. Шараповцы владели мячом с большим преимуществом. Футболисты «Патриота» старались выбить мяч за пределы поля во время атаки соперника. Однако эта тактика не спасла их от проигрыша. Матч закончился со счетом 5-0 в пользу действующих чемпионов. Организаторы считают, что соревнования пройдут в непростой борьбе. В этом году правила изменились. Теперь, как и на чемпионате России, все команды сыграют друг с другом. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».